гуляем по вечерним Алачатам, по набережной, вон как тут красиво. Пляж вечером как выглядит. Живая музыка везде, в ресторанах. Что, пойдем дальше? Ой, посмотрите, что мы здесь нашли. Даже в Алачатах есть надпись, посвященная любви к Ататюрку. Сфоткаешь меня? Сфоткаю, конечно, сейчас. Дети говорят, сфоткай меня. Один на сердечко залез, а вторая вот в этой букве она сидела. Убежала уже. Вон они где! Привет! Вот на таком основном транспорте мамы с детками здесь перемещаются, как по деревне. И повсюду здесь вот такие ресторанчики вдоль набережной с видом на море. Очень красиво. Там все флажками, фонариками украшено. Такой прямо милый южный городочек. Да, доченька, мы любим Алачаты и Чешми очень-очень. И домики повсюду вот такие. Еще виллы здесь красивые. Вообще, пальмы подсветили. О, вечернее море. Рыбки там не плавают, как бодрым, нет? Я думаю, да, плавают. Ветки какие-то лежат. Да, да, днем здесь, наверное, все-таки ставят шезлонги, и люди загорают. А там, может быть, даже купаются. Вон спуск есть. Сзади уже яхты стоят. Надо днем здесь тоже погулять. Дальше гуляем, посмотрите, еще пальмы вдоль набережной. Там можно на скамейках присесть, посидеть, полюбоваться морем. Ну, в общем, очень мне нравится эта аллея. А посмотрите, какую виллу красивую мы нашли. Круто. С видом прямо на набережную. Мы гуляли по набережной, увидели вот этот бар замечательный и решили остановиться здесь. Сейчас покажу вам, какое красивое место. Посмотрите. Мы сидим прямо возле воды. Все подсвечивается. Невероятно романтичное место. Хочется сидеть часами и смотреть. Но там чешми порт, яхты пришвартованы. Посмотрите, как свет в воде отражается. Сева, ты что такой грустный? Ладно, нравится кафе? Да. Решили не только попить чего-нибудь холодненького, а еще салатик заказали. Вот такую большую порцию принесли. Красивые тарелки с красивым видом. Я все не могу налюбоваться.